Найти шайтанский перелив совсем несложно. Можно смотреть вот прямо по дороге. Тут я прошел несколько раз уже. Так, нет, это... Тут он везде торчит. Вот особенно после дождя хорошо видно. Или вот в таких естественных колеях на дороге. Вот. Такие образцы медовые. Это слабенький. Дорогу немножко потюкать. Там... Интересный зеленый. О! Вот это уже интересно. Чудесный образец полосчатый. Отлично. Кварц даже. Это оригинальный. Даже с черна. Красными прожилками. Только ленивый не найдет. Тоже неплохо. О, интересно. Весьма. Это то, что сверху видно.